Здравствуйте, меня зовут Женя, и сегодня я расскажу вам о настольной игре «Кот Макс. Гроза мышей» от Ravensburger. Кот из дома, мыши в пляс. Мышки-воришки тобой, гляди, растащат весь сыр. Остановить их может только Макс, обаятельный полосатый кот и настоящая гроза мышей. Игроки выступят в роли ловких грызунов. Их задача – бегать по игровому полю и собирать кусочки сыра, стараясь не угодить в цепкие кошачьи лапы. В набор входит игровое поле в виде круглой тарелки, большой аппетитный кусок сыра, 4 фишки-мышки, фигурка кота, 17 маленьких кусочков сыра, игровой кубик и 3 лестницы. Перед началом игры установите лесенки в специальные пазы, поставьте мышей на верхушку сыра, а кота усадите за пределами поля рядом с любой из клеток. Сыр пока берите в сторону. Перед первым ходом все игроки по очереди бросают своих мышек в отверстие на стартовой площадке. Движение по игровому полю мыши начнут с тех клеток, на которые приземлились. Каждый ход состоит из 3 этапов. Бросаем кубик, перемещаем фишку по часовой стрелке на выпавшее число шагов и выполняем действия на картинке. Берем 1 кусочек сыра или сразу 2 кусочка. Возвращаем один из своих кусочков в общую кучу. Карабкаемся по лесенке на верхушку сырной горы, снова прыгаем оттуда и сразу же выполняем действие. Или убегаем от кота Макса. Для этого ставим фигурку кота в любое место, и те мыши, рядом с которыми он оказался, возвращают по 1 кусочку сыра. Кот Макс тоже не дремлет и после каждого хода мышей перемещается на 1 клетку вперед. Мыши, которых он при этом догоняет, должны расстаться с частью своей добычи. Та мышь, которая первой нахватает 5 кусочков сыра, станет победительницей игры.